о пожаре на ТЭЦ и прилегающем газопроводе в подмосковных Мытищах. Все произошло около полудня. Огонь охватил почти 1000 квадратных метров. Гигантский столб пламени и дыма. 300 метров от МКАД. Там находится ТЭЦ, которая прямо сейчас горит. Автомобиль у нас был после температурных воздействий, так как рядом сгорело помещение. И некоторые детали, они подверглись, скажем, такой термической обработке. Rubber Paint Generation. Сообщество эксклюзивных подкастов. Друзья, всем привет! Закончили работу над Тагазом Тайгером. В принципе, вы уже видео посмотрели и увидели весь процесс работы. Хотелось бы добавить к тому, что вы уже как бы посмотрели. Автомобиль у нас был после небольших температурных воздействий, так как рядом сгорело помещение. И некоторые детали, они подверглись такой термической обработке. Вот. И там, где краска спучилась, соответственно, там все убирали до металла. И также было очень много мятин. И, ну, коррозийных мест не так много было. Вот было очень много мятин. По крыше особенно. Где-то порядка 7-8 мест, то есть, побито. Ну, и на других элементах. Соответственно, все это споттером вытащили, зашпаклевали и все это ровненько сделали. Покрасили мы автомобиль в хелмет. Хелмет черный с небольшим добавлением серебра, чтобы на солнышке цвет казался интереснее и отыгрывал уже какими-то блестками. Ну и, в принципе, все остальное, все как всегда. Покраска у нас с проемами, замена лобового стекла, соответственно, со срезкой всех стекол, боковых форточек и задней крышки багажника. Ну и вот полный, скажем так, ремонт всех мятин и мест, которые нужно было отремонтировать. Так что вот он результат. Всем спасибо.